для чего собрались? Мы здесь власть! 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 Это что за беспредел-то? Александр Габышев, шаман из Якутии, приехал, а вы здесь занимаетесь? Уважаемый или неуважаемый Игорь? Не копайтесь, что это еще! Освещайте все, что продолжаем. Есть! Продолжаем! Так поинтереснее стало. Срочно! Информация! Сотрудники полиции приехали! Смотрите, что происходит! Буряты! Все на площадь! Но я зову вас встретиться со мной! Я не призываю вас на митинг. Я хочу, чтобы вы приехали встретиться со мной. Да, это просто человек. Вот как бывает, звезды приезжают. Домой и обратно, теплой одежды. Куртки привозите. Два человека сейчас задерживают. Давайте будем требовать их, чтобы их отпустили, ребята. Все приходите. На их месте можете оказаться вы. Ни одного журналиста нету. Позор. Им же не заплатили. Что они здесь будут стоять? Дмитрий, в газели находились 2-3 человека. Нам надо быть хорошо организованными. Мы не должны расходиться. Обратите внимание на ситуацию, чтобы не сюда подходились. Нам надо максимально остановиться. Это будет следующий день, где творится. Звоните всем знакомым, пускай едут. Через беспредел на выборах, через фальсификации. Силовые структуры ведомства. Вы против народа попрете, вся Бурятия встанет. Водитель, который управлял этим транспортным средством, находится в изоляторе временного содержания. И, уважаемые граждане, я как должностное лицо прошу вас и настоятельно требую не поддерживать несанкционированный митинг. Это не митинг. Это не митинг. Уважаемые, они ко мне приехали. Вам это никому не надо. Надо, нам надо. Правду. Свобода надо. Я вам сказал правду. Пришел сигнал, что сюда, возможно, подтянут правоохранительные органы, попытаются с нами что-то сделать. Поэтому, с одной стороны, не бойтесь. Ничего не бойтесь. Не бойтесь. Не бойтесь. Вот, все становится вновь актуально. Как 100 лет назад, да, нам нечего терять, кроме своих цепей. Бояться нам нечего. Народ, на машинах езжайте все! Таксисты, все езжайте сюда! Беспредел! Мархаев, едь сюда! Мархаев! 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 Подошли какие-то люди, нас начали избивать дубинками, меня крутить. Я являюсь депутатом Народного Урала. Не представившись ничего, засовывать какой-то гражданский УАЗик. Вы объясните причину вот без вот такого незаконного действия, непонятных людей, непонятной одежды и так далее. А я вам говорю. Да. Что вы говорите? Вы объясните. По статье 20.2. Что это? Организация митинга. Организация митинга. Товарищи, ну им объяснять и не объяснять. Я же вам поясняю, что эти люди выполнили те нормы, которые требуют с них. Поэтому та основа, которая заложила сегодня ситуацию, это нежелание власти общаться. Нежелание вступать в диалог.